Приветствую, любители Москвы! Вы смотрите передачу «Обозрение московских храмов». Ну и сегодня еще об одном храме, который находится вот на этой улице, маршала Кожедуба, в районе Люблино. Ну, это вообще 14-й микрорайон Марьинского парка, но на самом деле это район Люблино, ну, если брать административно. Вот. А дальше там уже вот, если по другую сторону, там эта вот улица Кожедуба идет туда дальше, до Краснодарская улица, а по другую туда дальше уже там район Марьино, да, ближе к Люблинской улице. Вот, ну и здесь вот когда-то были поля орошения, люблинские знаменитые поля, поэтому тут, естественно, долгое время ничего не строили, ну, потому что как можно строить на полях орошения, на канализационных полях фактически, и всякие нечистоты, стоки, вот, так сказать, отстаиваются, очищаются и так далее, да. Вот, ну, а потом все-таки уже при Лужкове начали застройку. И вот эти дома, в частности, они были построены одними из последних здесь вот в начале 2000-х годов, там, 2002-й, 2003-й годы и так далее. Ну, и вместе с этим здесь вот разбили так называемый вот этот парк, ну, больше похож даже, ну, просто на обычное такое свободное пешеходное пространство, даже, скажем так, сквером с трудом можно назвать. А вся причина в том, что здесь очень мало деревьев. Кстати, вот обратите внимание, вот на примере вот и Люблино, ну, Люблино в меньшей степени, а вот особенно район Марьино, как мало в нем деревьев, да, как плохо приживаются деревья. То есть их вроде сажают, но поскольку условия очень неблагоприятные, ухода за ними должного нету, то растут они очень медленно, многие погибают, а некоторые так остаются очень маленькими. То есть таких вот больших деревьев, их не так-то уж и много. Ну и здесь мы видим тоже деревьев совсем даже немного, больше таких открытых пространств, поэтому хоть это и называется место сквером, да, так сказать, микрорайон парком Марьинским, но на самом деле, как мы видим, как-то сложно здесь увидеть какой-то сквер, такой в традиционном понимании, да, с обилием зелени, такой уютненький, хороший скверик зеленый. Ну и уж тем более парк. Вот, ну и здесь вот, так сказать, вместе с этими домами, ну, вернее, не вместе с этими домами, а, скажем так, около этих домов, через какое-то время, дома построили в начале 2000-х, а вот напротив этих домов, вот на этой территории свободной от застройки фактически, да, построили церковь Донской иконы Божьей Матери. И произошло это в 2015 году. Храм тоже деревянный, вот, небольшой, естественно, как большинство деревянных храмов, из бруса, с большими достаточно окнами. Вот, и, ну, купол, крест, все как, в общем-то, обычно. Ну, да, понятно, построили для нужд жителей именно вот этого района, ну, и соседних с ним, потому что все-таки, как видите, застройка плотная. И хотя тут живет довольно много мигрантов, которые, как вы понимаете, в основном исповедуют, конечно же, ислам, но все-таки, ну, не только же мигранты, есть и местные, так сказать, православные люди, поэтому, ну, вот для них, собственно, и тоже довольно много построили этот храм. Ну, вот видите, какие уродливые скамейки. Ну, здесь фактически все уродливое, да. Здесь, конечно, как-то, с одной стороны, вроде бы такая большая территория, но, с другой стороны, она довольно неуютная. Видите, газоны, конечно, все эти искусственные, испохабленные всяким тоже перекапыванием, так называемым благоустройством. Поэтому, конечно, вот, ну, понятно, люди, конечно, гуляют здесь, это да, но куда еще, да. С другой стороны, правда, там тоже, если погулять, там Москва-река протекает. Вот. Ну, вот она, церковь, видите, да, деревянная церковь. И здесь, надо сказать, что уже давным-давно, ну, еще фактически с того времени, как построили эту церковь, то есть уже почти 10 лет назад, ну, если это она была построена в 2015 году, здесь хотели строить рядом уже такой большой храм, ну, как это часто бывает, то есть это как малый храм деревянный, хотели строить большой, в честь мученика Андрея Стратилата. Но, как видите, уже прошло почти 10 лет, сейчас 2024 год на календаре, а храм так до сих пор строить и не начали. И, конечно, причина вовсе не в том, что нету места, как видите, места тут дополна, и есть где развернуться, есть где построить. А все дело, конечно, кроется только в деньгах, просто нету денег. И поэтому там организован сбор средств на сайте этого храма. Я вот посмотрел, ну и до сих пор вот собирают, и строительство не начато. Но это та же самая, в общем-то, проблема, как и для многих других храмов. Ну, в других там, может, побогаче, как-то больше какие-то спонсоры помогают богатенькие, поэтому там как-то этот процесс идет побыстрее. Ну, а здесь вот пока как-то этот построили храм, ну и, собственно, на этом и закончилось. Ну, как видите, храм совсем маленький,
в отличие от вчерашнего, который я показывал, да, там все-таки побольше, а этот уж прям совсем маленький. Ну, наверное, человек на 20, на 30, так вот, если зрительно посмотреть. Вот, и тоже не знаю, конечно, точно, но наверняка могу предполагать, что по воскресеньям, там, по большим церковным праздникам, здесь тоже бывает много народа, и всем места не хватает. Ну, вот видите, вроде посадили дерево, да, видно же молодое дерево, а вырастет ли оно, вот вопрос еще. Выглядит оно, конечно, так очень скупо. А вот, кстати говоря, паркинги. Вот обратите внимание, да, что напротив вот этих домов находится паркинг. Это только один паркинг, а там еще всего три таких паркинга. Вот на этой улице маршал Кожедуба. Это Кожедуб, это Иван Кожедуб был маршал авиации. Он участвовал в Великой Отечественной войне, когда сбил десятки самолетов немцев. Ну и потом, после войны, уже был на руководящих должностях в военно-воздушных силах Советского Союза, конечно. Вот. Ну, умер в 91-м году. Вот. Так что тут паркинги, видите, построили. Ну, это, кстати говоря, вот о чем я все время говорю, да, что, и, так сказать, место вот этих гаражей в школе, они, так сказать, там устарели морально и физически, да, там мозолят глаза и так далее, выглядит там, скажем так, непрезентабельно. Ну, вот надо строить вот такие паркинги. То есть не заниматься тем, чем, что сделали, допустим, на улице Герасима Курина, который я недавно показывал. Вот, или что-то и в подобных тоже местах, когда создаются такие вот просто пустые пространства и так далее. Плитка, все заполнено плиткой. А строить вместо гаражей вот такие вот современные паркинги. Многоэтажные для жителей вот этих домов. Довольно удобно, что живешь вот в этих домах. И вот прямо напротив домов, чуть прошел через дорогу, и вот, пожалуйста, напротив паркинги. Ну, понимаете, эти дома, там нету подземных паркингов, потому что они не строились с расчетом на это. Поэтому, ну вот, приходится только таким вот образом вырастить ситуацию. Ну, очень правильно. Вот. Ну, как-то так. Так что вот такой вот небольшой храм. Так что можно, ну, специально, конечно, не знаю, кто, он, конечно, очень мало известен, но так, конечно, можно здесь походить, езди, как видите, разойтись. Фактически вся эта улица, она представляет собой вот с этой стороны, с той стороны, видите, дома, а с этой стороны вот такой вот получается, как бы, типа бульвар такого. Ну, правда, довольно плохо озеленен. Ну, скамейки ужасные, конечно. Да. Здесь прям провалиться почти можно. Это, я не знаю, как такие, зачем такие дырявые скамейки везде ставят. Что, без спинки? Ну, это какое-то просто насилие. Такое впечатление, как будто специально издеваются. То есть, как бы ставят скамейку, но для того, чтобы на ней было практически невозможно посидеть. Ну, ладно. Это уже, так сказать, по всей Москве, не только здесь. До новых встреч.